Лето – это не только время работы приемных комиссий, но и долгожданная пора вручения дипломов выпускникам. Каждый год стены Пермского политеха покидают тысячи квалифицированных специалистов-инженеров. Традиционно торжественное вручение дипломов проходит в актовом зале родного университета. Как и несколько лет назад, перед ними стоит выбор – куда пойти работать? Я сегодня получил красный диплом, я очень этому рад. Теперь передо мной открываются все двери, у меня достаточно большой выбор, куда пойти дальше. Я знаю, что мне нужно, я буду развиваться, продолжать, и я надеюсь, что стану хорошим специалистом в дальнейшем. У многих политеховцев есть уникальная возможность воспользоваться тесными контактами вуза с предприятиями края и пойти туда, где они уже проходили практику. Конечно, никто не отменял традиционные способы поиска работы. Через интернет, газеты, знакомых или службу занятости. По статистике, от 70 до 90% наших выпускников трудоустраиваются в течение года после выпуска. Это цифры реальные и нормальные, потому что большинство студентов на последних курсах, которые у нас обучаются, это где-то в районе 60%, они уже работают, и большая часть работает уже по специальности. В зависимости от специальности идет небольшой сдвиг, то есть гуманитарные специальности поменьше процент трудоустройства, по технические специальности повыше процент трудоустройства. Тем не менее, каких-то глобальных проблем у выпускников не возникает. Так или иначе, лето – это не просто пора отдыха и пляжей. Для многих это пора перемен, и каждый выбирает свое будущее сам –